В Зарайске завершили программу по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Торжественное вручение ключей состоялось на территории жилого комплекса по улице Московской. Поздравить новоселов приехали депутат Государственной Думы Никита Чаплин, глава муниципалитета Виктор Петрущенко, депутат Московской областной Думы Игорь Исаев, депутат Совета депутатов округа Николай Макаров. Ключи от новых, благоустроенных, готовых к проживанию квартир получили 14 семей, которые ранее проживали в аварийных домах по адресам: улица Комсомольская, дом 11/80, улица Красноармейская, дом 39, улица Ленинская, дом 3, улица Первомайская, дом 33. Общая площадь расселяемого фонда составила более 500 квадратных метров. Как же хорошо! Новое хорошо, все красиво. Квартира нам понравилась, очень просторная, светлая, ремонт сделан, тепло, да, вот что нам очень понравилось, что сразу тепло, мы зашли, сразу тепло, вода есть сразу, что, да, заселяйся и живи. Сюда мы переселим бабушку, которой 89 лет будет, и она, конечно, радуется, что переедет в новую квартиру. Отличный подарок к Новому году. В каждой квартире тепло, есть горячая и холодная вода. Комнаты просторные, сделан косметический ремонт. Вы знаете, что мы в прошлом году переселили большинство. И оставался у нас один дом. У нас здесь как бы три корпуса, А, Б и В. И мы А и В сдали в прошлом году. А корпус Б у нас немножко, он так сказать, подзастрял. Все работы завершены, дом полностью сдан, и сегодня 14 семей получили ключи от своих квартир. Мы надеемся, что в ближайшие 2 недели люди смогут переехать из своего того старого помещения с аварийного, который без удобств, где удобства все на улице, вода холодная на улице, да, и практически все. Наконец-то люди к Новому году смогут иметь горячую воду и иметь все те удобства, которые должны быть у каждого нормального человека. Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.